погиб под колесами «Лады Калины». Авария произошла накануне поздно вечером в Загородном. Судя по сообщениям в соцсети, случилось все напротив круглосуточного супермаркета рядом со светофором. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. На проезжей части, по словам очевидцев, осталась пара кроссовок и бутылка пива. Сама же «Лада Калина» остановилась примерно в 100 метрах от места ДТП. У нее было разбито лобовое стекло со стороны пассажира. Еще одному участнику дорожного движения накануне напротив крупно повезло. Сначала его отечественный автомобиль врезался в грузовик «Исуза». От удара «Иш» влетел в КамАЗ. В результате легковой автомобиль буквально сложился в гармошку. Его 37-летний водитель получил относительно несерьезные повреждения. У него сломан нос и ребра. Всего на территории Владимирской области за минувшие сутки произошло 4 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, трое ранены. Региональный «Газпром» объявил войну неплательщикам. Их сейчас активно отключают от газоснабжения. Население области уже задолжало за голубое топливо почти 120 миллионов рублей. Газовщики рекомендуют людям не дожидаться отключения, а по-хорошему оплатить долги в 20-дневный срок после получения уведомления. В противном случае специалисты просто отрежут неплательщика от газопровода. Если же человек решит вернуть себе газ, ему придется заплатить и за отключение, и за подключение, а это еще плюс 10-15 тысяч к сумме долга. Если же и эти меры не будут действенны, неплательщиков могут даже ограничить в выезде за рубеж. Мы помним. Акция под таким названием пройдет завтра в 4 утра на площади Победы. Она посвящена 75-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. К вечному огню придут в том числе первые лица региона и города, ветераны боевых действий, труженики тыла, представители общественных организаций. После участники памятного митинга на велосипедах доедут до Князь Владимирского кладбища. По пути они сделают остановки у первой школы и бывшего дома офицеров. В годы войны там располагались госпитали. Движение снова ограничат. На этот раз с 22 по 28 июня оно будет закрыто рядом с пересечением улиц Луначарского и Устья-на-Лабе и ограничено по улице Устья-на-Лабе. Связано это с работами по строительству новой ливневой канализации. По словам главы администрации Андрея Шохина, она должна значительно повысить надежность приема дождевых стоков на улицах этого микрорайона.